Москва делится на округа. Центральный округ, южный, юго-западный и так далее. Южный. Южный. Ну. У тебя есть версия, почему на два года закрыли Каховскую линию метро? Какие там версии? Ну, нету версии, да? Нет, конечно. В Южном округе, где, в каком муниципальном округе живешь, это не секрет там. Бутово я живу. Ну, в Бутово, это я понял, в Южном Бутово, да. Понятно. А с кем ты меня спутал-то, я что-то самому интересно стало. Да есть такое, выходит в кепочке, в очочках, проходник один. Кепочки в очочках. Я не знаю, как его зовут, я его видел с одним из наших блогеров. Ну, не с одним даже, с несколькими. В кепочках в очочках? Да у них нет. Да, в кепочке в очочках он там сидит. Ну да, у него антураж другой, конечно. Я тут не подумал что-то, да, у него антураж другой. Он в кресле там, что-то там у него за спиной, он какой-то такой разноцветный. Ну да, что-то я тоже не могу собрать, кто, но не важно. Понятно. Есть на YouTube, попадался он с российскими блогерами. Ну ясно. Ну заходи на мой канал, у меня тоже много диалогов и с парахоботскими, и с российскими блогерами. Если хочешь, дам название. Конечно. Сейчас дам момент. И здесь, на этом перекрестке. Ну я новый. Я вам не мешаю там со старым общаться? Нет, просто куда-то ушел, вы резко пришли. Ну, тут не бывает резко, тут бывает random connection в чат рулетки. А вы откуда? Дверь. Понятно. Что вы смотрите, вы говорите, у вас смотрю прям. Что я смотрю? А, ну вот что-то начали говорить, я вас перебил, пардон. Ну окей, на какие темы беседуете, может, вопросы у вас интересные есть? Какие темы? Если хотите, я вам отвечу на все вопросы. Мне было просто скучно, я зашел в чат рулетку и все. Ну понятно. Да у меня особо к Твери вопросов нет. Если хотите, заходите на мой канал, может, вам понравится, посмотрите ролик. Чат рулетки? И крайний раз, когда я зашел, знаете как, ну, первое, что я услышал, я просто офигел. Я имел твою маму, твою папу, сын есть, сын имел, мама есть, маму имел, дочка есть, дочку имел, это вообще конечно. Ну, понятно. Бывают тут хамы, которые заходят в чат-рулетку с целью выразить свое хамство, от этого они получают удовлетворение. Это все понятно. Я просто фразу вашу немножко как-то вы удивились. Во-первых, в Украине достаточно русских, это во-первых. Во-вторых, в Украине даже есть россияне живут. То есть он уехал, допустим, к бабе, да, там, к гражданской жене, скажем так. Живет с российским паспортом, он россиянин. Каждые 3 месяца выезжает, чтобы, так сказать, не нарушать миграционный режим. А русский — это национальность, она никакого отношения к гражданству не имеет, в принципе. Да это понятно, но вот просто понимаете как, когда я зашел первый раз в чат-рулетку, я зашел в Литву, просто я, ну, живу где-то время. Я с литовцами общался на нормальном языке, понимаете как. Ну, как дела, привет, все. Когда я зашел в Украину, такого скотства и блядства я просто увидел первый раз в жизни. Это же невозможно. Ну нет, вы же сказали, я ж понял, я ж не отрицаю, я вам объяснил, что разные люди, они и в России такие есть, что сразу так же вот с таким же, и в иной стране есть, просто в иной стране их меньше недовольных просто. Я понял вашу мысль, вы уж не повторяйтесь, я ж не отрицаю, я согласен. Ну, вы поймите, я просто выпил бутылку водки, немножко пляники. Да нет, нормально. Ну окей, ладно, да, ладно, все. Жду вас на канале, скопируйте название, чтоб не забыли, и заходите. Хорошо, спасибо.
И здесь, на этом перекрестке. Что скучаете? Да я не скучаю, так контент ищу. А вы откуда будете? Украина. Да это ни о чем ответ. Город важен. Город какой? Имеется. Я понял. Может, вопрос у вас интересный есть такие? Давайте. Я спрашиваю, есть у вас интересные вопросы? Интересные вопросы по поводу чего? Темы? Да по поводу темы, на которые вы привыкли говорить. Вы на какие темы привыкли разговаривать? На будь-яки. Ну вот, с будь-якой темы задайте вопрос. Ответы. Ну, это под запись идешь, я же говорю, для канала, для контента. Личные вопросы никого не интересны. Такие более глобальные. Есть интересные вопросы? Так вы типа снимаете что? Да, снимаю. I am recording you. Ты канал хочешь мой знать на YouTube? Сейчас я напишу. Саша. Ну, Саша Свинец, так и напишешь. Пиши в комментах. Саша Свинец, я тебя вспомню. Давай, всех благ. Не, я подписанный, даже если подпишусь на ваш канал, то мне ник злой енот. А, ну окей, да. Я понял, да. А то у тебя тоже канал есть? Ну, типа там. А, чё ты спрашиваешь, как там YouTube платит? Сам должен знать. Ну, потому что я не раскручиваю свой контент, там, я такие два видео. Ну, я понял, да. Они дуже багато набрали лайків. Ну окей, окей, я тебя понял. Ладно, заходи, пообщаемся. Всех благ. И здесь, на этом перекрестке. And thanks, great. What's up? Where are you from? I'm from Kiev, you? Oh, nice. I am from Toronto. You're from Toronto? It seems to me that your country on that website is Ukraine. Ukraine? Oh, yeah, it's VPN. What are you doing here? Sorry? What are you doing here? Tea. I'm in Ukraine. I am drinking tea. I'm drinking tea. Yeah. At tea time. If it's more convenient for you, you may speak Russian, by the way. By the way, thanks. It will be great. It will be easier to speak Russian. Yeah, okay. What's the name of your channel? Sorry? You have a YouTube channel or not? No. It seems to me, unfortunately, no. Oh, you have a good camera, good microphone. Sorry, I thought you have any channel. Maybe we have the simple notebook. We have the simple microphone. Okay, I understand. I have the channel. Let's see, I am recording right now. Yeah. Channel is it? Just a moment. Pendulum Oleg Denkov. Yes, it's correct. It's correct. Mm-hmm. What the main aim of your channel? You have found it correctly. Pendulum Oleg Denkov. Okay, we will subscribe and give you some likes. Okay, nice. Okay. Nice, have a nice evening. Bye. Have a good evening. See you. И здесь, на этом перекрестке. Я? Мереха, Белгородская область. А вы? Да, Мариуполь. Мариуполь? Стример, блогер. Не, я из Львова.
А, Сальво, ну вы стримите? Нет, просто живу. Ну, блогер, да? Я говорю, вообще блогер. Не, я не блогер. Ну, наушники у вас какие, это блогер? Нет, наушники это мужчина в играх играет на компьютере. А, yes. Геймер, я понял. Геймер. Ну, может, вопросы у вас такие интересные будут. Или вы только геймеров ищете? Нет, вопросы, может, и есть. Вы откуда? Я просто не услышал, ты как это говорился. А, город Торонто. Торонто? Да. А, из Австралии? Да нет, не из Австралии. Из Канады. А, это что? Это... Восвита. И как у вас осталось? Все хорошо? Да, ну так. Ну, не знаю. Так везде коронавирус. Что у нас? Ну, я просто лукнул полный. Понятно. Ну ладно, есть у вас вопросы? А то я вижу, вы геймер, может, вам не интересно? И на эти мать. Нет, да. Да я за еще так люблю послуховаться. Ну окей. Беду дали. Окей, всех. За родную Россию, как Руси их рассею, тяжела будет исповедь. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривать. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство, у них есть они... Вторжен выфалака на свет и приволок, подколотый и подшитый материал. Не снимся нам ни ровно,